Здравствуйте, меня зовут Николай Каманцев. Меня Юрий Прокопенко, и вы смотрите телевизионный проект «Знай наше». Мы показываем то, что скрыто от ваших глаз. Сегодня вас ждет экскурсия по троллейбусному депо Могилева. А после отправимся на производство, где делают маложирные питьевые йогурты «Актилайт». Николай, я слышал то, что в йогурт добавляют болгарскую палочку. Юрий, и не только ее. Подробности прямо сейчас. Йогурт относится к числу очень древних молочных продуктов, полезных для здоровья. Ему уже более 1000 лет, и о нем ходит множество легенд. Слово «йогурт» происходит от турецкого глагола «йогурмак», в переводе «замешивать» или «формировать». Ирина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад. Вопрос, который нас привел сюда. Расскажите, как делается самый вкусный в мире йогурт «Актилайт»? Ну, это наш новый продукт. Мы его создали для людей, которые придерживаются здорового образа жизни, которые следят за своим питанием. Для производства йогуртов используется только качественное натуральное сырье. Его отбирают по нескольким параметрам – по плотности, по содержанию белка и по составу жира. Вот мы находимся перед установкой, которая вот проходит обработку, нормализованная смесь на йогурты. Здесь происходит очистка, гомогенизация молока, пастеризация молока, охлаждение до температуры сквашивания. Это космический корабль. Следующий этап производства – внесение в подготовленную основу для йогурта закваски. И вот для йогуртов «Актилайт» используется специальная закваска, которая здесь находится, молочнокислые микроорганизмы, плюс еще болгарская палочка. Какая палочка? Болгарская. Это очень полезная, нет. А закваска добавляется именно сюда. Давайте посмотрим. Слушайте, как... Это специальный резервуар, снабженный с мешалкой. Вон они, вон йогурт. После добавления закваски начинается процесс ферментации. Он длится 4-6 часов. После достижения необходимой кислотности, за этим строго следят специалисты в лаборатории, готовый йогурт охлаждают, и он поступает на расфасовку. Мы расфасовываем различную упаковку. Есть небольшая упаковка. Можно посмотреть? Вы видите, да. Так, это здесь? 140 грамм. Есть еще упаковка, которая чуть больше, 350 грамм. Это тоже йогурт «Актилайт», но это наша любимая упаковка. Это та, что безопасна для природы. Да, я сама очень люблю эту упаковку, потому что, во-первых, она сама настолько натуральная, а во-вторых, она еще символизирует бабушкину крынку. Красиво, мощно, но мне очень непонятно. Вот этот синий цвет, он что обозначает? Это бактерицидная лампа, которая обрабатывает каждую упаковку перед тем, как йогуртная основа нальется в каждый стаканчик. И это гарант качества? Да, это один из гарантов качества этого вида продукта. Теперь йогурт готов отправиться на полки магазинов, но прежде партия проходит многоступенчатый контроль качества. Сейчас мы уже видим проведение анализов. Определяется кислотность, определяется, если выделяется жир, вязкость продукта, содержание сахара. Процесс производства маложирного питьевого йогурта сложен и многообразен. Благодаря качественному сырью, технологии производства и современному оборудованию, за 22 часа создается продукт, который благодаря своим свойствам является для нашего организма источником белка, микроэлементов и витаминов. Я буду таким же сильным, как папа. Мама, я буду, как ты, красивая и стройная. Здоровье нашей семьи. Заботит о наш йогурт «Актилайт». Очень вкусно! Первые троллейбусы появились на улицах Могилева в начале 1970 года. С тех пор представить город без электротранспорта почти невозможно. Троллейбусы стали такими родными и привычными. Но поверьте мне, мы совсем мало о них знаем. Так что давайте устранять пробел. Предприятие «Горэлектротранспорт». Вот он, дом могилевских троллейбусов. Ранним утром машины идут на работу, и поздним вечером или уже ночью уставшие возвращаются в депо.
С нами директор Могилевского предприятия «Горэлектротранспорт» Сергей Монастыренко. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите мне, как обывателю, вот зачем вообще нужны троллейбусы, эти рога, линии, ну ведь есть же автобусы. Вообще-то это чисто экологический транспорт в этом плане. Ну и, конечно же, сам по себе троллейбусное обслуживание намного регулярнее, я считаю, и намного эффективнее обслуживает пассажиров. Скажите, а вот эти рога, они действительно так называются, либо какой-то есть неофициальный? Ну, вообще название – это токоприемники. Это токоприемники, которые осуществляют съем напряжения с контактной сети и подают на механизмы троллейбуса для того, чтобы осуществить движение и все остальные основные функции троллейбуса. Запомните, никаких рогов. Парк «Горэлектротранспорта» насчитывает 141 троллейбус. Есть среди них и совсем новые. В прошлом году вот закупили 14 машин. Они более экономичные и более дешевле в обслуживании и достаточно комфортны в плане для ремонтного персонала. Старые машины тем, кому за 15, списывают. Машины помоложе ремонтируют. Все-таки троллейбусы – трудяги дорог. Представьте, в среднем за месяц одна машина проезжает 6000 километров. Ежедневно по две машины из парка идут на техобслуживание. Ремонтная бригада проверяет все, от электрооборудования до колес. Безопасность пассажиров на первом месте. А ведь есть еще и вандалы со своей ущербной философией. Ни свое не жалко. Их, правда, становится все меньше. Те мелкие вопросы, которые возникают, кто-то там рассывал на сиденье, либо подпортил, мы его, конечно, тут же ремонтируем и стараемся, чтобы машина вышла в технически исправном состоянии. Сегодня троллейбусная сеть Могилева составляет 10 маршрутов. В планах строительство новых линий по улице Лазаренко, Королева и Якубовского до Казимировки. Здесь ориентируются на спрос. Конечно же, основное – это изучение пассажиропотока. То есть мы определяем и по просьбам как бы населения, где-то необходимо изменить маршрут, мы его меняем. Работать на троллейбусе – дело непростое. За одну смену – это 8-9 часов. Водитель делает 4-5 рейсов, проезжает более 100 километров. Как машина, коробка, автомат. То есть все просто? Да, все просто. Никаких резких движений он не делает. Хоть бы, как бы ты ни нажал на педаль. Только определенное замедление идет, а потом он уже начинает набирать скорость, чтобы не травмировать пассажиров. А вот второй член экипажа, кондуктор, тоже работа не из легких. Всю смену туда-сюда по салону. Здесь главное – работа с людьми. Хорошие пассажиры оплачивают вовремя, проездные предъявляют. Ну, а бывают такие вот хамы? Ну, бывают хамы, но это очень мало, очень мало. Но большую часть у нас хорошие пассажиры. Хорошо в троллейбусе, особенно если сидишь возле окна. Даю совет водителям. Топливо покупать не надо, за дорогой следить тоже. Зато за небольшую плату можно подумать и посмотреть что-нибудь интересное на улицах города. Мужчина, что у вас за проезд? А у меня проездной. Соль жизни – это поиск нового. Смотрите телепроект «Знай наше», вас ждут новые открытия.